Всем привет! Сегодня я покажу, как можно приготовить гигантского мармеладного червяка из кока-колы и фанты. Для его приготовления понадобится 0,5 литра кока-колы, 50 грамм желатина, 0,5 литра фанты и еще 50 грамм желатина. В качестве формочки я буду использовать метровую пластиковую гофрированную трубу. Ее я купил в магазине сантехники. Еще понадобятся ножницы и алюминиевая фольга. Для начала сделаем формочку. Для этого нужно отрезать небольшую часть от гофрированной трубы. В результате должна получиться вот такая формочка. Возьмем кусок фольги и заделаем краю формочки, чтобы у будущего червяка создалось подобие головы. Для большей герметичности замотаем ниткой место соединения трубы и фольги. С другого конца формочки нужно произвести аналогичную операцию. Формочка готова, можно идти дальше. Высыпаем в глубокую емкость 50 грамм желатина и заливаем кока-колой. Оставляем набухать на 20 минут. Через 20 минут должна получиться вот такая кашеобразная масса. Ставим емкость на медленный огонь и, постоянно помешивая, доводим массу до жидкого состояния. Если на поверхности образуется пена, то ее необходимо убрать. Теплый раствор переливаем в подготовленную формочку. Оставляем застывать на 12 часов. Через 12 часов нужно повторить аналогичную операцию с фантой и залить формочку до краев. Охлаждаем раствор до комнатной температуры и убираем на сутки в холодильник, чтобы он полностью затвердел. Теперь остается только срезать нитки, немного помять формочку и постепенно вынуть мармеладного червяка. В результате у меня получился вот такой огромный червь из кока-колы и фанты. Внешне он очень похож на настоящего, только намного больше. Он имеет очень четкую ребристую поверхность, что придает ему еще большую реалистичность. Он получился очень гибким, и его можно с легкостью свернуть в колечко. Таким червяком можно разыграть друзей, показав, как он накинулся на вас и стал душить. Червяк получился полностью съедобным, поэтому его можно раскусить пополам, порвать на кусочки и угостить всех своих друзей. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также обязательно обратите внимание на самые интересные плейлисты на моем канале. Это вкусные рецепты и интересные опыты.